планов. Но бросил центр вправо и есть первые очки в матче. Орегон Дон. Отличный мяч сейчас. Очень сложный. Антон Ермошенко заваливает. Первый штрафный цель. Бентяев на сей раз пробует свои силы в атаке. И здорово. Красивая атака здесь получается 24 номера Небраски. Андрей Вовченко. Плюс 2 или плюс 3? Хорошая скидка. И еще один средний забивает Небраска. 14 номер Виктор Тавров. Отличается. 7-4. Небраска немножко ожидает. Хорошая комбинация здесь проходит, и 2 плюс 1 от 15 номера Кирилл Афанасьев. Под, да, под третьим номером он один бросал. Сложный, но заваливает его 9 номер. Да? 9. Игона и быстрая атака. Получается, никто здесь не мешает. Именно вот. 11-7. А здесь плохой пас. 15 номера. Многие Кирилл Афанасьев. Этот мяч адресовал. На себя практически броски. Даниил все старается партнеров заиграть. Именно. Набирает еще 2 очка из-под кольца. Все мячи были трудовые и тяжелые. Плетнев, скидка на дугу. Попадает в руку 24-й номер. Отлично, передача под кольцом и разбирается уже 10-й номер. Второй попадает. Отправил прицел. Сложный бросок от 34-го номера, но Плетнев здесь забирает подбор нападения и из-под кольца завершает атаку. Ждет передачи. Здесь отличный проход. Обыграл на первом шаге. 24 на 8, плюс 16 у Орегона. Трех. Заходим, как считаем на сей раз. И еще одна трёха 24-го номера Орегона. 2 плюс 1 оформляет. Цыганов. Три очка в одной атаке своей команде приносит Александр. Тавров. Еще один пас. В итоге до трех. Дело довели. И есть первое дальнее попадание Небраски сегодня. Тавров со средней попадает. 2. Минус 20 у его команды. Еще одна трёха из угла, это Тавров попадает. Цыганов. 2 плюс 1, второй раз в этой игре Цыганов забивает такой мяч. Лошенко, отлично, соперник его поднимает и... Давайте-ка разбирает легкие. Отличный пас в центр, и здесь отличная комбинация проходит на Небраске. Михаил Максимов, 34-й номер, забивает первые два очка в третьей четверти. Ну, отличное позиционное нападение от Дакс, и сей раз номер 0. Это Иваносиков, из кольца забивает. Тавров трех. Точно от Виктора.
Хорошо, начинают нападение Небрадача от Ермошенко, Вяткин. Отличный пас. И здесь быстрое нападение получается у Небраски. Вот их козырь. Андреевченко на завершении. Я думаю, что в том же духе продолжит Небраска, то смогут они подобраться к своему сопернику поближе, а пока из-под кольца. Леднев. Со средней дистанции атакует. И здорово. Попадает в эту двуху. Вовченко. Еще один средний. На сей раз точно. Над очков отрыв пока держится. И здесь вот это хорош. Одной рукой там протолкнул буквально мяч к кольцу. Плетнев. Еще и трех попадает. Разбросался девятый номер Орегона. Пытался обыграть Максимова. Но Максимов здорово защищался. И отличный Евростеп. Кост-ту-кост пробежал. Сам перехватил. Забивает Виктор первый штрафной. Свое владение. Именно в трех. Ну, не точно. Но здесь очень здорово. Подбор нападения не выбирает. И еще два очка добавляет. Раз. Перебивать. Попадает второй. Открылся. Трех. Через руки здесь от Афанасьева. Вовченко забивает бонус на штрафной со счетом 19-13. Ох, здесь. Что за чудо мяч игрок Орегона забил. Вовченко в проходе. Хорошо. Плюс два. И разгоняется Вяткин. Передачу хорошую отдает. И отличное быстрое нападение. Небраски Артемий Наумов. Валеев. Сам бросает три. Попадает через Михаила Максимова. Вновь 14 очков перевес. И передача прошла в итоге под кольцо. На Артемия Наумова. Наумов 102 очка добавил своей команде. Загадает. Лавров. И Виктор забивает. Еще 2 очка. Единственное, что не попал. Вяткин, хороший флоутер, забросил, и тайм-аут от Орегона, минус 8. Данов первый штрафной забивает. Два из двух. Близко. Здорово. На дриблинге здесь соперника убрал. И у Небраски Вяткин хорошим дриблингом обладает. Лев. Еще трех. Цель. Забивает первый штрафной Афанасьев. Теряет Афанасьев контроль над мячом. Шикарная треха. Орегон. Очередную атаку забивают. Забивает второй штрафной Цыганов.
Сони в отрыве. Забивает 2 очка. Второй матч. 8 на подборе. Здорово. Отыгрывает. И еще 2 очка добавляет.